Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лилия Горопаха. Я рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео-мастер-классе мы с вами сделаем елочку. Новогоднее настроение еще, конечно же, присутствует, хотя праздники уже подходят к концу, но тем не менее мы продолжаем с вами делать изделия с новогодним настроением. Итак, что нам для этого понадобится? Ну, если мы будем елочку делать, значит, конечно же, все в зеленых тонах. И ленточки у нас тоже будут зеленые 4 размеров. 4 сантиметра шириной, 3 сантиметра шириной, 2,5 и 2 сантиметра шириной. Также для основы нам нужен будет фетр зеленого цвета и бусины. Для украшения нам нужны будут бусины в диаметре 0,8 сантиметра и 0,5 сантиметра. Как вы видите, здесь у меня разные молочного цвета и белого цвета, но это не имеет значения. Конечно же, если вы имеете одного цвета, еще лучше. Ну и из инструментов нам сегодня, конечно же, нужны будут клеевой пистолетик, иголочка с ниткой, желательно зеленого цвета, ножницы и зажигалка. Итак, дорогие друзья, приступим к работе. Итак, дорогие друзья, начнем мы свою работу с самой широкой ленточки шириной 4 сантиметра. Обожжем, конечно же, края. И начинаем. Ленточку мы не отрезаем. И мы начинаем делать лепестки. Мы уже с вами делали неоднократно такие лепесточки. Загинаем вот таким вот образом навстречу по диагонали, делая прямой угол и навстречу ему другой. Складываем и фиксируем иголочкой с ниткой. Зафиксировали. Теперь продолжаем делать. Опять поворачиваем навстречу первому сделанному лепестку. Следующий лепесток опять закладываем под прямым углом и опять фиксируем. Так как ленточка у нас атласная, она может скользить, так что я рекомендую каждый заворот вашей ленточки на лепесток фиксировать ниточкой вот таким вот образом. Не обязательно узелком, но тем не менее. Затем вы, так как проходит ленточка, так и поворачиваем ее и опять делаем, складываем под прямым углом и продолжаем делать лепестки. Таких лепестков при ширине ленточки 4 сантиметра нам как минимум нужно будет 30, но дальше мы посмотрим, возможно и больше. Заканчиваю точно так же, как мы и начинали. Делаете последний лепесточек и отрезаем ленту. Отрезали ленту. Обожжем и подсоединим. Дорогие друзья, вы подсоединили. И теперь нам нужно соединить с началом, то есть там, где мы начинали. Подсоединяем и закрепляем. Закрепили лишнюю, конечно же, ниточку отрезаем. Ну и теперь, дорогие друзья, нам понадобятся наши бусины большого размера, то есть 0,8 сантиметра. Итак, нам нужна опять иголочка. Заводим. Там, где мы начинали, у нас разъемчик, и поэтому мы заводим иголочку в последний лепесток. Вот так вот я отсоединяю и завожу иголочку
из-под низу и вывожу ее вот сюда, там, где мы должны подсоединять нашу бусину. Итак, мы берем одну из бусин и начинаем подсоединять наши бусины к лепесткам. Затем следующий. И так по кругу. Итак, дорогие друзья, вы дошли до конца. Ну и, конечно же, нам нужно соединить. Мы пропускаем насквозь через ленту и через бусину и выводим ниточку сюда и уже подтягиваем все хорошенечко так между лепестками и в петелечку. Закрепили. Можете еще перевернуть наизнанку и соединить вот таким вот образом. Ну и, конечно же, лишнюю ниточку мы отрезаем. И у нас получился вот такой вот первый ярус, который мы потом подклеим к основе. Итак, дорогие друзья, как видите, у первого яруса у меня получилось 32 лепестка. Теперь мы приступаем к следующей ширине ленточки в 3 сантиметра. Итак, мы обжигаем края и приступаем точно так же к следующему ярусу. То есть поворачиваем ленточку изнаночной стороной к себе и начинаем под прямым углом загибать наши ленточки, то есть так, как и в первом случае, но лепестков мы уже сделаем немножечко поменьше. То есть, если у нас здесь было 32 лепестка, то как минимум 30 лепестков у нас будет во втором ярусе. Итак, дорогие друзья, я сделала точно такой же верхний слой. Ну и точно так же нам нужны сейчас бусины, которые мы будем подсоединять ко второму слою. Это бусины будут точно такого же диаметра, 0,8 сантиметра. Итак. Итак, дорогие друзья, вам нужно было сделать из всех размеров ленточек 4 сантиметра, 3 сантиметра, 2,5 и 2 сантиметра вот такие вот заготовочки, такие ярусы. В этом ярусе у нас получилось 32 лепестка, в 3-сантиметровой ширины ленточки 25 лепестков, 2,5 сантиметра ленточка 20 лепестков и 2 сантиметра 14 лепестков. Ну и теперь я вырезала фетровый кружочек в диаметре 7 сантиметров, разогреваем клеевой пистолетик и мы приступим к сборке нашей елочки. Так, вы подклеили все ярусы. Ну и теперь из самых маленьких бусинок я на ниточку нанизала 5 бусин. Связываю их между собой. Отрезаем лишнее. И подклеиваем на самую верхушечку. Вот такая у нас получилась, дорогие друзья, елочка красивая. Ну и по желанию вы можете еще подклеить вот такие вот красивые
звездочки, но это уже по желанию, для того, чтобы украсить верхушечку. Итак, дорогие друзья, наша елочка подсохла. Вот такая вот красота у нас сегодня с вами получилась. Такую елочку вы, конечно же, можете подсоединить как к обручу, если у вас карнавальный костюм елочки. Вы можете подсоединить прищепочку и украсить вашу елочку, так как само изделие у нас получилось не очень большое. Ну или использовать как декоративное украшение для вашего дома. На этом, дорогие друзья, я закончу свой видео-мастер-класс. Если вам был он полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Делитесь такой идеей и такой красотой со своими друзьями. А я желаю вам творческих успехов, с Новым годом и до новых видео-мастер-классов. Всего вам доброго!